Донские журналисты стали лучшими во всероссийском конкурсе средств массовой информации «Миротворец». Участники соревновались за звание тех, кто лучше остальных освещает вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений. В шорт-лист вошли корреспонденты холдинга «Дон Медиа», газеты «Молот», сайта «Дон-24» и радиоканала «ФМ на Дону». А победителем в категории «Этнические и локальные СМИ» стала автор радиопрограммы «Здорово, бывали» Инна Панфилова. Награда очень важная, не только потому, что да, она есть, а потому что признали, из 14 тысяч работ отобрали 37 участников. Это, конечно, очень здорово войти в это число. Но не потому, да, что желание получить награду, быть отмеченным, а потому что мы понимаем, что значит работаем правильно, значит мы действительно правильно подходим к вопросу освещения, да, этой темы межэтнических отношений. Ростов многонациональный, 150 культур Дона. И мы понимаем, как важно, да, работать нам в этом направлении. Программа «Здорово, бывали» существует уже год в эфире. Ее главная задача – рассказать жителям Донского региона о быте, обычаях и месте казаков в современном мире.